Следующая интересная позиция — это больше для таких танков, как ВЗ-5А, да, то есть такие танки, которые могут от башни стоять. Вы приезжаете вот сюда, эта позиция контрит бойницу. Вы приезжаете, и здесь обычно стоит танк какой-то противника. Если его видно, можно вот так вот наваливать урон. Ему будет отсюда супер тяжело вам дать тычки. То есть даже бэшке будет тяжело попасть в эти пикселя. Если вы будете на ком-нибудь ВЗ-5А, условно, он вас вообще никогда в жизни не пробьет. А вы сможете ему давать тычки, и, скорее всего, ему придется отъехать. То есть вы его сможете отсюда согнать. Вот такая вот прострелина. Так, и, наверное, самое интересное, что мы здесь видим на карте, опять же, с центра, с этого респа, вы можете тут играть, справа и так далее, разваливать кабины. Но если вам нужно заехать и накидать сюда урон, либо быстро дать сюда урон, это можно сделать очень просто, не объезжая снова через центр. Также можно заехать вот тут. Просто спокойненько подзаехали, дали тычки какие-то, либо дали вот этому челику, который тут стоит, он явно не ожидает, что вы здесь появитесь, либо вот сюда, да, то есть можно вот выйти и пацанам накидать, которые тут за насыпью стоят, либо вот здесь он стоит, вы ему накидали, откатились обратно назад. Также это можно сделать на маусе. Почитал я комментарии, мне немножко вкидывали за то, что я делаю там какие-то подсадки, какие-то заезды на быстрых танках, таких как 50B, либо там БЗ-75 и так далее. А ты на маусе попробуй. И понятное дело, парни, что не все есть заезды, где вы заедете на медленных танках, очевидно, это нормально. Но в данном случае я вам покажу, что даже на маусе здесь можно заехать, если вы играете в центре, спокойно подкатываете. Без каких-либо усилий, без каких-либо проблем он заезжает сюда. Тоже можно здесь какие-то тычки раздавать, драться, попасть сюда, либо опять же уехать назад, если вам это потребуется.